Так поединок во Владимире между командами футбольного клуба Торпедов с мячом, Илья Зинин. Без удара, отлично выиграет одного второго навес. Если Слуцкий будет просматривать этот матч. Второй матч подряд Федор творит чудеса на линии ворот. Готовимся от начала второго тайма. Да, второй тайм начался. Гришина! Вот это да! Удар. Угловой навес. Опасно! Аутсайдеру соревнований это, конечно, парадокс. А вот опасно! Ковешников на месте! Не, нормально вообще вратаря убивают и карточки нет, а? Тюрин. Башков наверх, не играет Синяч, да? Никого из баллистов. Удар по воротам, это не удар. А не расстояться с мячом. Куда ты добраться? Помещаться надо! Потеря. Кубшаков это вообще. Карелли в атаке. Удар в ворот.